В 2024 году Улан-Удэ войдет в проект «Чистый воздух». Участие в федеральной программе позволит получить средства, благодаря которым можно сделать воздух чище. Один из вариантов, который предлагают городские власти, перевести частный сектор на электроотопление. Мы полностью понимаем, какие подстанции нужно менять, где нужно реконструировать или увеличить пропускную способность электросетей, высокие сети, низкие сети, столбы, вплоть до того, что мы обследовали и переписали все трансформаторы, которые стоят в СНТ. Менять надо очень много. Сумма получается астрономическая, но все равно она в 20-25 раз меньше, чем газификация или прокладка центральных тепловых сетей. Таким способом уже отапливаются в Якутии, Хакасии и Красноярском крае. С представителями этих регионов уже общаются наши власти. Идея осуществимая, тем более, что проведенный среди жителей опрос показал готовность отказаться от печного отопления при условии, что цена на электричество станет ниже. Проведены обследования, значит, да, созданы структуры типа проектного офиса, да. А что дальше? Что дальше? Как они видят? Значит, где какие источники финансирования, значит, этих мероприятий? Каким образом по городу, по секторам будет двигаться эта программа, которая еще должна быть утверждена? Чтобы рассчитывать на федеральные деньги, необходимо уже летом 2023 года подать бюджетную заявку со всеми разработанными проектами. Выходит, за первое полугодие 2022 года нужно найти деньги на проектирование. Юлия Пермякова, Жаргал Цариндашиев, новости дня.